Hey, уважаемые друзья, здравствуйте, с вами Маклаксон, ребята, да, добро пожаловать, это новый видосик по прохождению GTA Vice City. Всем добро пожаловать, дорогие друзья, всем приятного просмотра и, возможно, кому-то приятного аппетита. Дорогие друзья, давайте начинать. В общем-то, несколько дней я уже не снимал GTA Vice City, честно говоря, немножечко подзабыл, что было, поэтому сейчас, перед началом видео, освежил себе память, посмотрел, что было в прошлой серии, ну так, мельком, да. Значит так, нашего друга Лэнса украли, похитили, мы его спасали. Успешно это закончилось, хорошо. А украл его вот этот вот хер, которого я забыл, как зовут. Рикардо Диас, точно, у которого свой особняк, который мажор и вообще неадекват. По-моему, он его похитил, вот. Мы Лэнса спасли, значит, вот. Угоняли танк, познакомились с какой-то мамочкой, забыл, как ее зовут. Так, если я сейчас возьму эту тачку, до меня же опять копы докопаются, правильно я говорю? Так что сейчас давайте маленько он отступит. Все, давайте теперь угонять машину. В общем-то, у нас сегодня что на повестке дня? А, кстати, да, ребят. К сожалению, я отныне вынужден. Вынужден играть без великолепнейшего, веселого радио. Потому что за песенки с радио мне прилетали АП, авторские права, из-за которых видос вовсе блокировался. Поэтому в прошлых сериях вы могли замечать, что, к сожалению, в некоторых моментах звук вовсе исчезает полностью, потому что пришлось вырезать момент, где и музыка, и мой голос. Вот. Так что без музыки, к сожалению, да. Значит так, мы сегодня едем на разборке к Рикардо Диасу, в его особняк. Ой-ой-ой, блядь. Что-то мне подсказывает, что замесик будет жесткий. Да ёкарный бабай, а. Но мы должны справиться. Также мы отправили последнее, так сказать, путешествие нашего знакомого этого Кортеса, капитана, с, ну, который был, это, типа, на пирсе, у него там своя яхта огромная. Мы помогли ему слинять из города, потому что кто-то там тоже на его жопу позарился. Он сказал, типа, бля, братан, помоги, мне надо свалить. Все, тоже его успешно отправили. В общем, ладно, погнали. Ликвидация называется миссия, да. Сейчас будет замес, чувствую. Вот он, Лэнс. Сейчас мы этого Рикардо вот так вот отомстим. Мне тут кое-какие пушки в багажнике. Охереть, где ты достал это все? Хранил на черный день. Угу, то есть мне не надо было заботиться. Да, нравится. 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 Ну давайте, посмотрим. Посмотрим. Сейчас мы этого ублюдка только так, надеюсь. Надеюсь, это будет без проблем. Бля, он сейчас по камерам нас увидит, правильно я думаю? О, бля, вот это слежка. С каких пор он вообще сидит, смотрит камеры, если он свой телек пытался смотреть? Это место просто кишит мудаками, будь осторожен. Бля, еще и Лэнс сейчас может это отхватить, я так понял. Не волнуйся, Томми, я прикрою. Подождите, где у меня эта хрень-то была? Управление, мышь. Блин, ну она и так маленькая чувствительность. Ладно, Лэнс, стой. О, все, слава богу, он не бежит вперед паровозы, а ждет. Начинаем всех помаленьку снимать. О, еще мусора. Чувствую, ребята, это будет непросто. Подожди, Лэнс, ты лучше мне спину прикрывай, пока я от этих ребят избавляюсь. Так, все, сейчас мы, чтобы спокойно, без проблем прошли. Все, валим, братан, сейчас за нами мусора уже едут. Так, нас там уже встречают. На, нахер. Полетели, Лэнс. Надеюсь, ты умеешь по лестницам ходить? Где он, блядь? Он уже потерялся. Ты где, блядь? Ребят, где он? Придурок, что ли? Ты дурак, блядь, сюда иди. О, да, тяжелый случай. Попробуй еще проведи его. И сюда иди. Блядь, ну как это называется? Вы это видите, что он делает вообще? Сюда иди. Все, пошел нахер. Я надеюсь, я без него справлюсь, и его как раз не завалят. Я могу здесь зайти? А, дверь заперта, найди другой путь. Я вас услышал, я вас понял. Ну, насколько мне помнится, где-то... Ты придурок, в стену бежит. То ли сзади был вход, то ли где. Так, ну здесь неспроста стоят люди, значит, проход здесь. Так что, ребятушки, тут я и бегу.
Ой, блядь, нихуя, ты что тут забыл, дядя? Так близко. Тихо. Блин, это уже тяжело. Бам, бам, по ноге. С рапера сам тут разговаривать вообще нет. Ну, в принципе. Такое, знаете. Пока мы на улице, достаточно просто, потому что мне нет необходимости подходить к ним слишком близко. Вот, а вот думаю, когда мы переместимся в помещение, станет тяжелее. Так что ладно, заходим внутрь. Так, это вход, нет? Меня здесь ждут? Не, ну понятно, что меня не ждут. Я имею в виду, меня встречают. Ну... ХПшка, ну ХПшка мне не нужна, потому что у меня еще даже броник целый. Они вообще еще ни разу по мне не попали, чтобы вы понимали. У меня 99% брони как было, так и осталось. Тихо, братан. Да ёпт. Не суети. Так, стоп, а где вход? Так, какие-то коридоры. Опа! Ебать, зашел. Особняк Диаса. Я хотел как в Сталкере уже F5 просто сейчас нажать, чтобы сохраниться. Все, пацаны. Так, окей, я внутри. Как тут тихо, блин. Сейчас какой-нибудь эпичной музыки не хватает под задание. О, Лэнс! Ты пешнулся сюда сам, дурак. Ха, окей. Какая-то локация. Так, ну ладно, мы пока просто бежим вверх по лестнице. В принципе, тут... Не, ну, короче, они вообще какие-то жесть забаганные. Ну, кроме отдельных каких-то личностей. Так, ну... Этот Диас показывается меткой где-то наверху. Вот здесь, на этом уровне он где-то находится. Так что бежим сюда. Господи, Лэнс, ты меня напугал. Ты как сюда вообще попал? Какие прекрасные высокие потолки. Да не говори. Вообще. Высокие, шо пипец. Ты главное, братан, я тебе говорю, вперед не лезь, чтобы тебя не завалили. Вообще не знаю, для чего ему здесь дали так много хп, если он бежит только за мной. И тут понятное дело, либо меня завалят вперед, либо его. Yes! Я пришел забрать твой бизнес! Томми, ты предал меня, идиот! Сейчас я тебя прикончу! А, дурак! Лэнс, блядь, придурок! Свали отсюда! Господи, Лэнс реально придурок. Теперь понятно. Он просто стоял на одном месте и все. Сука. Смотрите, какой... О, вот так вот его, все. Какой мощный, а. Ну ладно, это было достаточно просто. Вы тупые придурки! Мой прекрасный дом! Теперь он мой. Посмотрите, что вы наделали! Это за моего брата! Туда его, блядь. Я доверял тебе, Томми! Туда его, ёбан. Я хотел сделать тебя... Скажи спокойной ночи, мистер Диас! Всё. Челик готов просто. Чё? Собственность приобретена. Ай, блядь. Вообще. Еле как выплатил эту ипотеку, блядь, 50 тысяч. Ну, ништяк, пацаны. У нас с вами новенький дом. А я думал почему-то, что я позже получу этот дом. Ну, обязательно сохраняемся. Такое важное событие в моей жизни, ребята. Переодеваемся в уличную. А, это и есть моя одежда, окей. Смотрите-ка, сразу какое-то задание на выходе нас ждет. Давайте посмотрим. Смена власти. Ау, нам надо заняться внешним видом этого местечка. Все мои кенты тут теперь. Я не могу смотреть на это. Томми, что скажешь? Что скажешь, если мы сделаем бар? Ты мой адвокат Розенберг, а не мой дизайнер. Это тебе понятно? Послушайте, пришло время взять город в свои руки. Он только этого и ждет. Нам надо начать захватывать территорий. Пусть Вайсити знает, кто тут хозяин в городе. Понимаешь? Что тебе нужно, Томми? Так это законная недвижимость. Это... Она еще никому не помешала. Нам надо поактивнее приниматься за дело, иначе можно распрощаться со всеми нашими планами. Местные дельцы знают, что Диас мертв, и они не хотят пойти за крышу. Оу, можем попробовать дать взятки. Взятки? Нахер эти взятки? Я покажу, как заставить их бояться. Я вернусь через 5 минут. Че, реально 5 минут? Блядь, реально 5 минут. Томми, ну ты же не такой это, что пипец прям. Тачка халявная. Поехали.
Разбей все... Бля, я не успел увидеть что-то там. Разбей все витрины, у тебя есть 5 минут. Ну ладно, сейчас разобьем чем-нибудь. Главное успеть. Ну кайф, кайф, ребят, конечно. Кайф, теперь у меня есть свой этот... Свой особнячок. Это уже лучше. Ну все, ясно. Томми вообще крышу сорвало, конечно. Он решил вообще весь город нахрен захватить. Все сразу же на новоселье, так сказать, приехали. Розенберг вообще себя этим, блядь, дизайнером почувствовал. Адвокатишка, да, которого я что-то не видел уже с начала игры. Подлезали, в общем, все. Блядь, что-то... Я что, только сейчас 5 минут ехать буду до этого места или что, не понимаю. Ну ладно, сейчас посмотрим. Так, к сожалению, почему-то FPS-очка проседает, не понимаю. Ну это, ребята, я не знаю, в чем проблема оптимизации игры или что. Ни хрена тут витрин. Стоп. Где-то тут въезд. Надо все делать по порядочку. Что мне с ними делать? Мать твою, сколько ж тут всего, а? Северный торговый центр. Разбей витрины в каждом магазине, чтобы владельцы попросили о защите. Серьезно? Ема. Ладно. Блять, а чем я их разбивать-то должен? Мой бизнес уничтожен. Коп ходит. Запомни это имя. Блять, вот в чем походу прикол этого. А, дурак, уйди. Уйди. Так, сейчас, блять, сложно по карте. Так, тут снизу еще есть витрины. Сейчас, ребят, надеюсь, что все успею. Мент за мной, да, бегает? Короче, буду сейчас просто, походу, носиться тут. От копов убегать. Туда-сюда. Блядь, машина стоит, смотрите-ка. Давай, Томми, ну... Ну газу, блядь, добавь. Чё ты как этот, я не пойму. Я до силочки вкалываю, чтобы оплатить защиту. Теперь я главный в этом городе. Теперь я главный в этом городе. Томми вообще сорвало башню, походу. Sorry, бро, ничего лишнего. Уничтожено, всё уничтожено. Да, все, идем наверх. Не, ну в принципе, ладно, нормально, я успеваю. В принципе, я все успеваю. Вот, только, блядь. По-моему, надо было по-другому эскалатору забираться. Ну ладно, сейчас уже времени нету. Перебегать потом. А вот с покупками. Ребят, с вами ничего не будет. Я не по вашу душу пришел, я пришел всего лишь разбить все витрины. 2 минуты должен успеть, в принципе. Вон там у нас большое скопление в одном месте их. Так что сейчас все нормально будет. Должен успеть. А, блядь, все, по мне мусора начали шмалять уже. Уже. Блядь, давай быстрей. Не так все просто, ребята. Так, все, вот, осталось та локация. Тихо, не стреляйте по-братски. А потом, ёб твою мать. А потом еще и сваливать. Нифига, Томми. Он умный, что ли? Он наклонил. 4 звезды, ёб твою. Ой, ребятки. Все, последнее. Бля, сейчас что сваливать отсюда. Мой магазин, мой прекрасный магазин. Так, сейчас, ребят. О, тихо. Что случилось? Теперь ты можешь приобретать собственность в определенных местах. О, вот он этот момент настал, оказывается-то, да? И он мне будет прибыль приносить, я правильно помню? Так, иконка с зеленым домиком означает, что собственность можно приобрести. No problem, я понял. Окей, клуб Малибу. Подойди к иконке, нажми Tab или джойстик 7, чтобы приобрести собственность. Ну, джойстика у меня нету 7. Есть у меня Tab. Ладно. Интересно, что почем. О, с меня сняли розыск. Это замечательно. И 2000 дали. А 83 тысячи баксов немало, случайно? Кто, блядь, стреляет? Случайно немало для того, чтобы покупать еще какую-то недвижимость? Ну, бизнеса, точнее. По-моему, слишком мало денег, нет? Ах ты, ёпта, кто это? Алло. Томми, сынок, у меня для тебя есть сюрприз. Я тут в студии звукозаписи с одними крутыми перцами. Может быть, заедешь к нам? Знаешь, в этом есть смысл. Увидимся. Ладно. Кто это был? Я, правда, не понял. Ну, может, когда-нибудь. А, так, Vice Point. Так, это что, таблетка смерти? Не хочу, спасибо. Так, машину можно? Стоп, а вот это что такое? Это бизнес, вон, зелененький, или это дом? Типа купить... Хотя, подождите, нахрена мне покупать дом? Если у меня особняк. Сейчас я гляну, что это такое. Ну, вообще, это похоже на отель. Может быть, это бизнес-отель?
Да что ж такое, все. Приветствую, сынок. Я тут решил позвонить и дать тебе кое-какой совет. Привет, Эйвери, что случилось? Эйвери. Если владеешь недвижимостью, в этом городе появляется много возможностей. Улавливаешь мысль? Я думаю, да. Я хочу лишь сказать, смотри в оба, и, возможно, ты найдешь отличное деловое предложение. До связи. Пока, Эйвери. Блять, он меня догнал и машину спиздил. Квартиру за 2,5? Нахрен она мне нужна тут вообще, вы чё? Так, таксист, да подожди, блядь, видел, что я тебе показал. Дай мне свой такси, я хочу поработать. Не, нахрен мне нужна это, вы чё, угораете? Квартира за 2,5 здесь. Не, бля, ну если квартира 2,5 стоит, бизнеса, я думаю, мне на них должно хватить денег. Слушайте, я хочу купить что-нибудь уже сразу. Давайте сейчас что-нибудь по пути найдем. Так, тихо, мусора. Что-нибудь по пути найдем и приобретем. А что это будет, я не знаю. Возможно, клуб Малибу, возможно, что-нибудь еще. Сейчас мне бы еще маленько сориентироваться, где я нахожусь. Что-то я туплю. Угу. Так, а потом мы поедем на буковку В или Б. В, скорее всего. В это что? В это хрен знает, что это. Ну ладно, разберемся. Так, а что тут, что по бизнесам? Где бизнесы все, блядь? Это paint spray, это мне не надо. Это я его даже не могу купить. Да ё-моё! Так, это еще дом. Бля, ну тут можно покупать дома, окей, это я понял. Но мне не надо дома покупать. Я хочу клуб Малибу, это же вы чё? Это же самое... Подождите, клуб здесь. На этом берегу. Клуб это же... Ну, бля, это... Я думаю, это очень хороший источник заработка здесь, в этом городе. Тут же все, наверное, тусят не по-детски. Поэтому, ребят, сейчас я хочу найти клуб Малибу, где он. Так, здесь звезда. И купить его. Вот он здесь, он находится у нас. Сейчас посмотрим, почем. Кстати, такое ощущение, как будто новые машины начали ездить. Да, все, пошла деловая жизнь. Сони, помнишь меня? Привет, Сони. Верно, это Сони! Мы старые друзья. Ты никогда не звонишь мне и никогда не пишешь. Больше не хочешь со мной дружить? Ой. Я был занят нашей проблемой. Обиделся. Ты в этом не помогаешь, Сони. А, так это я виноват. А вот я слышал, что ты занят другими делами. Занят убийством наркобаронов и занят захватом власти. Вот только ты про нас не забывай, Томми. Потому что уверяю, что я не забыл о тебе. Угу. Да-да-да, Сони, пошел нахер. Ты меня, сука, вначале использовать хотел. Я бы вообще тебе тоже зад надрал. Ох, нихера, 120 тысяч. О, ну да, такое я себе позволить не могу, конечно, бля. Я вон пока и на такси на Лоховском катаюсь. Вон, еще бы таксишка покруче. Ну нет, а да, я пока такое себе не могу позволить. Опаньки. А, бля, это бронежилет, а у меня полный. Ладно, может, когда-нибудь потом. Ну что ж, ладно. Знаю, что есть еще всякие бизнесы. Там мороженое, по-моему, еще что-то. Ну, это как-нибудь потом. Надо повыполнять всякие задания, как обычно, пополучать с них денег и купить, возможно, клуб Малибу. Посмотрим, посмотрим. А сейчас, ребятки, давайте поехали на буковку вот эту вот В или Б, что это, посмотрим, что это. Но это мой дом, правильно, сейчас я просто, чтобы не тупить. Особняк Томми, все. Едем просто в свой особняк. Вот так это назовем. И, значит, посмотрим сейчас, что там у нас за задание такое. И, кстати говоря, у меня еще один вопросик. Я помню, что когда я очень давно в детстве играл в Vice City... Вот здесь, по-моему, вот здесь, была куча пушек, типа они, которые все время обновлялись. Это то ли это у меня либо какой-то мод был, либо это будет в конце, прям в конце игры. Посмотрим. Итак, что же за задание? Полетели. Ага, ясно, снова все тут. Блять, у вас чуть, я не понял. Аренду платим? Один бар не хочет платить за крышу. Они уже думают, что под защитой местной банды головорезов. Но ты не переживай, Томми. Я разберусь. Вот так вот и разбирайся. Вы двое подняли свои жопы и за мной. Бля, пипец. Разберись с охраной кафе и узнай, откуда они. Ну, давайте. Кстати, а вот эти вот мужики, которые тут трутся, это кто такие вообще? Я надеюсь, вы, ребята... Я надеюсь, вы на охране моего особняка теперь. Так ведь? А нас сколько? Двое? Блять, нас трое. Ну ладно, пацаны, придется воспользоваться машину, вот этой машиночкой, чтобы все влезли. Ну что-то, по-моему, каких-то дедов с собой взял.
Вот те парни с пистолетами выглядели и тупо убедительнее. Ладно, поехали на разборки. Посмотрим. Что-то вот это здание покосило жестко, стеклянное. Что с ним случилось? I don't know. Сейчас посмотрим. Кто там у нас не хочет платить крышу? Кто такой смелый? Блять, ДТП опять тут серьезные ситуации всякие создают. Опасные для жизни, для существования в этом сумничном Майами. Ну да ладно. Бля, без радио скучно, капец. Пацаны, хочется музла навалить, а не могу. Кстати говоря, Томми у нас теперь парень солидный, поэтому я должен выглядеть вот так. Мы теперь важные дела решаем, между прочим. Давай, прыгай быстрее. Ой, так это же... Подожди, а что это тут наш... этот... Наш дом начальный прям практически. Так, мужики, в чем проблема? А что, все, ебашить их прям сразу? Да, блядь, ну вы куда по... Стой, блядь. Блядь, дурак, что ли? Со стволом и убегаешь? С ума сошел? Поговори с владельцем кафе. Ну давай, владелец. Твоей защите самой не хватает защиты. Блин, только не снова. Блин. Это дерьмо. Эти идиоты находятся примерно в паре кварталах отсюда. Ребят, разберитесь сами между собой. Еще увидимся. Да-да, как скажешь. Да-да. Просто завалили двух мужиков, он такой, блин, опять, ну ёкарный бабай, ну что такое? Ёлки-моталки. Ладно. Теперь у нас почему-то стало время ограничено. Не знаю почему. Ну ладно. Такое ощущение, как будто меня сейчас из этого места еще куда-то отправят, потом еще отправят куда-нибудь. А по итогу Томми просто сейчас перестреляет полгорода за просто так. Так, я вижу там очень много людей. Ох, сука, сейчас бы гранаточку. Было бы как хорошо. Ну, в принципе, ладно. И без гранаточки неплохо себя чувствую. Все, да? Блять, что за спецэффекты? А если б я там припарковался? Двое сделали ноги, езжай за ними и закончи начатое. Вы садиться будете? Нет? Ёпта мать. Если сейчас еще мне скажут, что они ушли, я в следующий раз этих мужиков даже ждать не буду. Ну ладно, вроде все нормально, вроде успеваем. Итак. А ну, они меня ждут, они особо и не торопятся. Бам! Сейчас, подожди, второго уроню сразу. Ба! Блять. Ладно. Стой! Стой, брат, блять. Мужики, спасайте. Быстро, 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 быстро по коням. Он уезжает. О, гандон покрышку пробил мне. Куда это он поехал? На пляжик? Ладно, сейчас порешаем. Ну, здесь ему бежать некуда. Блин, дурак что ли? Куда пошел? Да вы дебилы. Они исчезли, сука. Ладно, плюс 4000. Разобрался. Окей. Кстати, подожди, он же мотоцикл тут оставил, правильно? А, да, все правильно. Hey, watch yourself, man. Так, тут стоит коп, но ему, как обычно, похер на то, что кто-то кого-то убивает. Люди пропадают на ровном месте. Мотоциклы воруют чужие. Вообще похуй. Вот такие мусора лояльные просто, в отличие от той же GTA 3. Вот там было действительно мне хардкорно, на удивление. Не помню, как себя копы проявляют в Сан-Андресочке. Это мы прекрасно прочувствуем на своей шкуре, как только я доберусь до нее. А пока можно наслаждаться снисходительностью здешних. А мне нужно, собственно, вернуться в свой особнячочек. Вернуться. Так, ребятки, давайте я сейчас скажу вам, выполним ли мы еще одно задание, либо нет. Сколько у нас там серичка идет? Так, сейчас посмотрим. В принципе, да, ребята, мы успеваем выполнить еще одно задание. Поэтому я поехал до своего особняка. И сейчас еще одну миссию мы с вами успешненько постараемся выполнить. Блять, только если мне
Ха-ха, мотоцикл улетел. Томми, нам нужно поговорить. Хана ему. В чем дело, Лэнс? Тебе, мой друг. Я думаю, что заслуживаю большего. Больше того, ты поставил меня в неловкое положение перед парнями, и я не собираюсь этого терпеть. Лэнс, это не так. Ты же сам виноват. Томми, я тебе не прислуга. И не мальчик на побегушках. Лэнс, просто не лажай, не будет проблем. Если я лажену, можешь наезжать на меня в любое время. Томми, я все для тебя делал. Ты обращаешься со мной как с дурачком. Не делай так. Лэнс, я не собираюсь тебя не обманывать, не предавать. Ясно? Успокойся. У меня тут и без твоих эмоций проблем хватает. Поверь мне. Слышишь? Ты меня слышишь? Я слышу, Томми. Но я больше не могу так. Лэнс, не будь таким. Я предупреждаю тебя. Слышишь меня? Просто успокойся. Отдохни пару дней. Ладно, мы еще поговорим. Че, блять, у него там в башке творится? Я его сначала спасаю из плена. Потом мы идем отбивать... Точнее, потом я иду ему же помогать валить Рикардо. Причем я все сделал в одиночку практически. Его только чуть не завалили. И теперь, после того, как я один раз на него наорал, он такой сразу... ты меня не любишь. И вся хуйня. Дурак, блядь. Ну ладно, если он что-то замутит, я готов к этому. Так, что это такое тут у нас? Подождите, давайте-ка я сохранюсь на всякий случай. Что-то я забываю сохраняться, ходить все время вот сюда вот. Так, давайте-ка. То есть с ликвидацией еще не сохранялся. Все, теперь можно спокойно идти на следующее задание. Сейчас мы посмотрим. Что происходит? Собственно. Остров. И что-то как там. Тебя угораздило? О, Лэнс. Что это значит? Нас теперь могут всех повязать. Что у него с глазами? Таймер сломался. Там вообще все должно было взлететь в воздух. А потом кто-то стукнул копом. В чем проблема, парни? Майк должен был установить взрывчатку в оговоренном месте. Но он наложил с таймером. И теперь там полно копов. А теперь нам придется вылететь отсюда как можно скорее. Успокоились оба. Дайте мне подумать. Томми Версетти так просто не убегает. Yes. Бля, чё у Лэнса с глазами? Копы теперь будут прочесывать все здание, верно? Но это займет время. Короче, мы пойдем туда и сами устроим взрыв. Да, но кроме копов к этому месту и около километра не подойдут. Ну так вот и пойдем как копы. Раздобудем форму и патрульную машину. А все благодаря тебе, Майк. Простите. Придумал. Все, что нам нужно сделать, это заманить копов в гараж, закрыть их и готово. Хороший план. Вперед. Хорошо. Угу. Не, ну в целом я понял суть. Какой-то чел налажал. Ну так, вот, Лэнс, не ты налажал. Не ты налажал, а он. А, он еще и с нами не едет, да? Бля, что там было написано? Я не увидел, черт. Сори, мужики. Ах, ладно. Поехали. Попытаемся разобраться с этой заварушкой. Не знаю, что там у них произошло такое. Бля, что с этим домом слева? Он какой-то кривой, это у меня баги. Типа, какие-то текстурированные баги или... А, или это там типа... А, блять, я же взорвал эту стройку в натуре. Это окна выбитые, да. Сам наделал, сам не помню уже. Ладно. Сейчас посмотрим, что там. Ну, слушайте, что-то интересненькое. Под прикрытием задание, да, значит? Интересно, интересно. Сейчас посмотрим. Вроде сюда. Так, и вроде сюда. Так, и что у нас? А, подождите. А, подождите. Тачка. И что мне нужно? Подождите, нам нужно копов заманить. Вот теперь не то, что а, нифига себе. Вот какое задание. Заманить сразу двух в гараж. Послушайте. Я думаю, чтобы их было двое, нужно еще... Бля, сейчас вам не переборщить. Нужны еще звезды, нам нужны еще копы. Ну давайте, ребята. Одного вижу. Сейчас второй придет. Что, ребят, какая-то аномалия. Резко все копы куда-то пропали. Вот один бедолага за мной бегает, и все. Вообще никого нету больше. Что за бред? Где они, блядь? Ну давайте, ребята, ну че? Вообще все пропали из города, че? Че это за прикол? Алло. Бля, ну я не знаю, у меня единственный вариант остался, это убить этого, чтобы было три звезды.
Если будет, конечно. Что-то у меня как будто баг какой-то, вам не кажется, ребят? Ой, блядь. Вообще все исчезли с города. О-о-о. Класс. Супер. О, блядь. Чуваки, вас двое? Слава богу. Все, за мной, ребят, за мной. Срочно, на вызов, давайте. Как, блядь, мигалку включать? Ладно, похуй. Давайте за мной, мужики. У нас срочный вызов с вами. Где вы? Сюда, сюда. Заезжайте. Внутрь, внутрь. Да внутрь давай. Все, хорош. А, третий не успел. Скажи их и заткни. Идеально подходит. Что-то как-то между ног поджимает. О, да-да, меня тоже, меня тоже. Ой, все, фух, я уже думаю, блядь, нас на выходе уже целая толпа ждет. Возьми полицейскую машину и езжай к торговому центру. Да вот целая куча их уже теперь тут. Садись, братан. Сейчас разберемся, бля, порешаем. Что там у нас творится? Так, сразу с мигалочками, ребята, едем. А, все, Лэнд сзади, бля, я его потерял. Ладненько, 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 шоколадненько. Так, окей, поехали. Оп-оп-оп, тихо. Значит так. По какой-то причине что-то они там без меня решали, какие-то вопросы или что, я не понял. И хотели, значит, установить бомбу, я правильно понимаю? Угу. Хотели установить бомбу. И оказалось, что налажали. Запомни, улыбайся остальным копам. Приветствую, офицер. Прикольный значок. Прикольный. Здорово. Значок. Не переигрывай, Лэнс. Сука. Подожди, а где зайти? А, в любом месте, да, можно зайти? Хотя нам вообще сюда так-то надо. Здравствуйте. Заходим, улыбаемся и машем. Подойди к указанному месту, чтобы установить бомбу. Здравия желаю. Заходим. Лэнс, давай, сюда, тихо, работают сапёр. Итак, таймеры установлены. 5 секунд и валим. 5 секунд? Надо убираться к чертям. Я обосрался сейчас, отвечаю. Блядь! Сука, я дурак. Я Лэнса заебашил, блядь. Подождите, я же сохранился, правильно? Заварушка у кафе. Ой, гуд. Кретин, блядь. Я в Лэнса начал шмалять. Я его перепутал с остальными, потому что он тоже был в форме. Сука. Ладно. Ладно, ребята. Переигрываем. Давай привлечем внимание копов. Начну снова, когда мы уже будем в полицейской форме около ТЦшки. Так, ребятки, все, я снова здесь. Я снова здесь. Прикольный значок, прикольный значок. Не переигрывай, Лэнс. Так, короче, смотрите, мы сейчас выйдем, здесь будет куча людей. Главное мне не завалить Лэнс, это во-первых. Во-вторых, я вижу здесь звездочку, можно, в принципе, попробовать ее подобрать. Чтобы, это самое, ну, чтобы сразу себе немножко розыск снизить. Ладно, 5 секунд, значит, итак, да? Таймеры установлены, 5 секунд и валим. Фу, блядь, успел, ладно. А если бы я не успел, блядь, если бы я там остался. Бля, ебать меня звезд. Лэнс, я тебя прошу, пошли. Я тебя прошу, просто садись. Просто садись, братан. Молодец. Колеса пробьем, ничего страшного. Ой, ой, нет, ой. Блядский, ты что ж будешь делать, да? Хотя бы так. Лэнс, ты сможешь сюда забраться, братан? Почему мусора умеют прыгать, а Лэнс нет? Пипец, ребята, что за заварушка, реально. А, дурак, блядь, зачем ты мне шипы бросил? Подождите, дайте я прострою маршрут. Да, это будет нелегко. Ну, я хотя бы одну звезду снял, ребята, это уже плюс. Да уже похер на ваши шипы, ребята, я уже просто... Я уже просто в дрифте иду, чтобы вы понимали. Ну, в принципе, ладно. Я думаю, это... Вполне реально, вот. Главное, аккуратненько, потихонечку. Правильно, ребят? Правильно. Вон они, все. С шипами просто теперь все время ходят. Так, ну мне что? Ну мне надо просто пока продолжать движение. Вот, и не останавливаться. Ехать куда-то к,
Блин, она вообще не управляется без колес. Продолжать к мостам двигаться. За нами, конечно, погоня. Ну, это ничего страшного, я думаю. Чуваки, отстаньте, отстаньте, пожалуйста. Тихо, тихо, все нормально. Держим, 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 бля, держим. Давай. Бля. Бля. Тихо, тихо. Главное, машину не разбить. Нам пересаживаться. Это вообще жесть тут. Тут же никого нету. Так. Блядь, а вот сейчас, конечно... Ребятки, стоило вообще-то сюда бы поехать. Ой, блядь, дурак. Ты зачем рядом со мной взрываешься? Совсем что ли? О, ребят, звезда, звезда, звезда. Оп, хорошо, хорошо. А, нас, конечно, сейчас взорвут, скорее всего. Но... Но уже лучше, ребят. Потому что, если что вдруг случится, можно завалить копов, забрать у них тачку. Не так много звезд дадут, ну, если мы это сделаем. Ну ладно, я почти доехал, даже на одной тачке, в принципе. Хорошо, хорошо. Все, ребят, ну, на территорию моего особняка я бы вообще вам не советовал, на самом деле, суваться, ребята. Это для вас может плохо закончиться. Так что, аккуратненько вот сюда заворачиваем. Все, ребят, отвяли. А, нихера, они на моей локации прям. Солнце, мне на тебя похер, я домой. Хороши. Это что, блядь, такое? Какие быстрые. Работа по завершению бизнеса завершена. Теперь бизнес в Версете будет приносить ежедневный доход до 5000. Не забывай регулярно забирать деньги. Вот это кайф. 10 чего, ребят? Вот так я и накопить могу легко. Теперь я еще полицейскую форму могу носить. Вот так я уже могу достаточно просто накопить на это самое. Кто, блядь, стреляет в моем особняке? Накопить на клуб Малибу. 120 тысяч, да, он, по-моему, стоит. Ну ладно. Здесь как бы... Будет время, купим. Ну кто там снова? Господи. Томми, это я, Лэнс. Закрой свой рот, Томми, потому что у меня нет времени на разговоры. И мне не интересно, что ты скажешь. И ты спросишь, почему? Тебе, видно, мне плевать, не так ли? Тебе следует обращаться со мной получше. Дай мне заслуженную долю, понимаешь? И Томми, чувак, слушай, мне очень жаль. Я просто... Люди всю жизнь попыкали мной. Обращались со мной как с пацаном. Мой брат так поступал. Пожалуйста, чувак, хотя бы ты не поступай так. Мне пора. Сука, Лэнс, конечно, вообще кадр тот еще. Ломо, умираю. Ладно, на этом, ребята, мы серичку по Vice City будем заканчивать. Сегодня мы просто уже полгорода под себя, можно сказать, подмяли. Самый крутой особняк себе, бизнесы себе. Все, теперь еще и доход есть. Кайф, кайф. Осталось реально обжиться бизнесами только. Так что, ребят, на этом мы заканчиваем. Всем огромное спасибо за просмотр. С вами был, ребята, я Маклаксон. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если серия вам понравилась. Всем огромное спасибо за просмотр, ребята. Всем большой удачи, хорошего настроения. Увидимся с вами в новых видео, в новых сериях, ребята. Всем пока.